19 сентября 2017 года. Популярные афоризмы великих людей. Никогда ничего не предлагайте, особенно тем, кто беднее и слабее вас. Сами придут и сами все отнимут. Булгаков. Никогда не давай любви без поцелуя. Чернышевский. Я презираю иностранцев с головы до ног, но мне досадно, если это чувство разделяет со мной мой соотечественник Пушкин. Мы в ответе за тех, кого сразу не послали нафиг. Экзюпери. Я разделяю ваше мнение, но если вы сейчас же не заткнетесь, убью. Вольтер. Это лучше, чем ошибка. Это преступление. Буле де ла Мёртв.